Момент просто... Чего? О, господи, боже мой. Что это? Прожила. Предъявите ваше удостоверение. Почему нарушаем? А где? Где мы нарушаем? Вот там зафиксировано превышение скорости. Товарищ, а чего там зафиксировано? А чего мне здесь останавливать? Я вообще стою. Значит, полицейский, а куда что? Вы стоите? Как вы стоите? Я стою. Я стою давно здесь уже. Как давно? Я вас только что остановил. Я ничего подобного. Я давно уже стою здесь. Ну, что тут я подумала? Вообще там не ехала. И там я вообще не ты ехала. Что, меня за дурака держишь? А вы что, меня за дуру держите? Товарищ полицейский, за что вы нас остановили? Да не остановили мы там, стоим здесь уже. Мы стоим здесь давным-давно. А, мы стоим. Да, мы давно стоим, да. Я говорю, предъявляем ваше удостоверение. А ваше? Пройдемте в машину к инспектору. А что я должна? Вы, а что это? Значок спросим, мне должен быть значок. Нет, да, где ваш значок? Да. Значок в машине. Несите. Ничего, а что это? А вы, я не обязана выходить из машины, я не обязана. Как вы не обязаны? Не обязана. Вы такая умная, законная. Да, я знаю, что законно. Мы стоим, ничего никого не трогаем. Я сотрудник ГИБДД. Покажите, что вы сотрудник ГИБДД. Я документы сейчас ключи отберу. Кроме вашего костюмчика веселого, я не вижу ничего. Где ГИБДД? Ничего не говорит вам о том, что я сотрудник. Держи, чтобы он вообще не взял. Знаете что? Теперь опустили окно. Надо покажите ваши документы. Какие вам документы? Что вам еще показать? Справку об освобождении. Какую справку? Какую-нибудь, покажите нам сначала справку. Вы деловые такие или что? Мы деловые, да. Да, да, мы деловые. Я говорю, удостоверение, и вы готовьте документы. Покажите свои. А что вы очки одеваете? Ну сейчас вас там проверим на анализ, на наркотики. Наркотики. А что это вы постоянно смеетесь, улыбаетесь, глаза у вас блестят? Я не понял, вы удостоверение будете предъявлять или нет? Покажите свои удостоверения. А с какой стати должна выходить из машины? Выходим из машины и проходим. Какой стати? Борис полицейский, а почему вы так грубо с нами разговариваете? А кто? Как вас зовут? Как вас начал зовут? Вы грубо разговариваете. Это не имеет значения. Как это не имеет значения? Красивые женщины в машине. Слушайте, знаете что? Красивые, вы себя в зеркало видели, красивые. Слушай, ну все. Поехали. Знаете что? Уезжаем. Все. Знаете что? Ой, мамочки, что он? Девочки, а почему он взял раз? Может быть, вы удивитесь, но задний ход это не мой конец. Мама! Я не могу, мне сейчас... Закрываем окошко. Что вы закрываете? Покажите ваши документы. Мне кажется, что вы подставной. Я вызвал наряд. Сейчас вас заберут в отделение. Поехали. Выяснение личности. Он на трое суток. А машину ой, девочки, надо накрасить. Там наряд будет. Он нас пугает. Наряд, наверное, приедет. Сейчас мы накрасимся и встретим ваш наряд. Нарядный. Такой нарядный приедет, что вы там в обезьяннике потом пошутите. Да за что в конце концов? Чего вы нас пугаете-то? Что мы такого сделали? Знаете что? Нарушили. А что вы нас орете? На каком основании вы нас орете? Мы что? Кого-то убили, ограбили? Что мы сделали? Вы огрызаетесь сотрудником ГИБДД. Да вы откуда мы знаем, что вы сотрудник? ГИБДД, где ваша бумажка? Вам что, форма ни о чем не говорит? Нам форма, ни о чем. Парковщики в такой же форме вон ходят. Какие парковщики? Слышь, там мама или что? Или что? Мама, Лёва, сейчас нас точно посадят. Давай, мама. Валим. Кошмар какой-то вообще, откуда они берутся такие уроды? Слушайте, знаете что, мне... Боже мой, мне только вот этого еще не хватало. Кто это? Кто такая Ситова Наталья? Опять? Что опять? Да что такое, мне два шага невозможно проехать, меня постоянно тормозите. Не нарушайте правила. Я вообще не торможу, я уже поставила регистратор для того, чтобы меня уже избавить от ваших вот этих вот стуков. Каких стуков? Вы нарушили правила. Что вы смеетесь, обкуренные что ли или что? Знаете что? Очки снимите. Кто вы такой? Кто вы такой, что вы так начинаете наезжать? Вы что, Лена, снимай. Лена, давай, снимай. Сейчас я сниму. Знаете что? Примите, пожалуйста. А кто вы такой? Мы сейчас все выложим в интернет. Документы. Какой интернет? Сейчас выложим, как разговариваете с нами. Кто вы такой? С вами нормально разговариваю. Да. Ваше мы даже не знаем. А вы покажите свое удостоверение. Какое вам? Пройдемте в машину к инспектору. Вот, возьмите и принесите. Вот пусть нас инспектор и останавливает. Да. А вы кто? Инспектор. Слушайте, знаете что, по-моему, на голове. Все. Я не открою. Пока, пока не будет наряда, не открою. Готовим удостоверение и регистрации тоже. Регистрация? У нас регистрация. А мы регистрированы, что мы зарегистрированы еще. Мы не зарегистрированы. Куда вы поехали? Стойте. Я сейчас вызову наряд. Что будем делать? И вас заберут в обезьянник. Вы там будете так. Я уже боюсь. Я уже начинаю нервничать.
седьмой. Ну что нам делать? Слушай, надо валить отсюда, по-моему, это какой-то не Минько, тем более у него нет документов, там, и, по-моему, это вообще поддава какая-то. Подстава, поехали.